Юлия Тютюненко, город Москва. А на низком старте быть Алексею Караковскому, ее земляку. Вам помочь? И отдельное спасибо моему аккомпаниатору Анастасии. Так, без подключки. Да. К сожалению. Чуть пониже. Прям вот в розеточку. Да. И да, я. А нам еще далеко. Учитель все еды в хлам по камням разбиты, и что там сужено, любопытно, и душно, и пыль в глаза. Вот и песок, тишина пустыни, звонят родители на мобильные сквозь века, не жалея силы, кричат, чтоб я шла назад. Там позади города и оды всех потерь, невозвратных горе, соленый ветер и запах моря, и звезды над головой. Там колыбель слышны мотивы и шум ветвей молодой оливы, звон и смех двух сестер счастливо, что Лазарь опять живой. Второе руэнь, пустые речи, все как обычно, по-человечьи, нам всем о том, и натерли плечи, посохи нелегки. Но все не злые, и я не злая, мы просто очень устали, знаю, бредем сурдовой овечьей стаей Христовой ученики. А скоро вечер, и до рассвета привал, и танец огня и ветра, и снова вспомнятся те, кто веру единственной звал судьбой. А вон на празднике в доме светлом ты угощаешь вином и хлебом простые люди с креста на небо ушедшие за тобой. И мне так странно, что умирая, ты пожелал всем рожденным рая, за ад рубиновый, да рая, стирая веков следы. Опять прохладу приносит вечер, а впереди ожидает вечность и свет, и радость, и бесконечный источник живой воды. Спасибо.